ничего, начал ремонт рекорда, да? Ну, мы объяснили. Нет, я не понимаю. Вы знаете что? Слушай, ладно. Возможно, возможно, ребят, не слышите. Не надо. Метр до полтора, понимаете, нам... Да ничего не будет делать. Ничего не делать не будет. Нет, деньги надо. Не основание. Не будут решетки, ограждения. Так они кто их будет трогать? Так а что их покупать, оно новое? Они закупят на дачу. Да, это не наше дело. Если будет возможность, на полтора метра просто более сдвинуть. Да никто не будет еще сыграть. Если особо охраняемый природ. Нет. Какая территория? Нет. Обсуждать нечего. Слишком близко к тому Богу. Хорошо, вот все. Слушай, обосметка. Больше ничего. Разметка. Хорошо. Разметка, это как скажете, так и надо. Да, это не проблема. Да это тут не разметка. Тут, тут надо яму копать метровую и переносить. Да, у нас же будет замена этого основания. Соответственно, яму тоже перенесут. Ну да, да, да. Столбы перенесут тоже, вы не переживайте. Не, и одновременно нет. Однозначно нет, чтобы тут логично. Нету. Там вообще сплошные дырки, там все это там самое. Вадим, да у него тоже нету. Вадим, нету у него. Чего? Обычная вода. Нету. Нету. Не, ну делать так в оба. Понятно. Короче, мы играем, ребята, и все. Не, вы, пожалуйста, отдыхайте. А когда планируется все? Да это планируется во втором квартале, уже два месяца как планируется, даже три. Когда объявление повесили, с тех пор планируется, правильно? Правильно. Ну вот я ответил на вопрос, я им отвечаю, они как будто не понимают. Правильно, вот правильно. Я правильно, вот, вот и все планировано. Нихуя не делать не буду. Что не будет переводить? Что тут хреново? Нормально хреново. Знаешь? Тем более, что да. Они переделают, потом все закроют, перезакроют и скажут, что платите, блядь, за час, блядь, и 1000 рублей. Ну, платить хуже. Ну, будут платить, но уже как-то будет так. Я тоже это самое, как бы, намекаю на это. Сейчас никуда не надо делать ничего. Дайте вроде все хорошо. Гаражи, блин, начнут ямки, гаражи упадут. Вот сделайте тот коп, хотя бы один сделайте. Ну да, там, конечно. Да, а они не хотят ни хрена. Видишь, они хотят все три вместе, они хотят пыль. У тебя мешки есть, сколько у тебя? Я один. Хорошо, у меня... Он еще один там. У меня четыре. Так, хорошо, у меня все это записалось. Все разговоры записались. Это мы все объясним. Ой! Я музыку включу сейчас. Что ты кинь что-нибудь записывай? Или потом будешь смотреть ошибки твои? Я смотрю, как я играю. А? Сейчас кто-нибудь подойди попросим. Видишь, он лежит где?
Спроси, ага. Здорово. Мировая премьера
на Питер ФМ. Новая песня Елены Ваенги. День на плите. Yeah.